Сильнейшие снегопады и непривычный мороз от северных территорий до субтропиков. В Башкирии десятки машин пришлось вызволять из-под сугробов. Спасатели эвакуировали с автотрасс более 130 человек. Похожая ситуация и в Оренбургской области. Коммунальщикам удалось расчистить участок трассы из регионального центра в Орск, где обстановка была наиболее сложной. Синоптики при этом предупреждают, что погода ухудшится уже в ближайшее время. Московский снегопад на таком фоне вроде бы безобиден, но из-за крепкого мороза на дорогах образовалась ледяная корка. Автоинспекторы просят водителей внимательнее выбирать скоростной режим. Вскоре ночами может быть и ниже минус 20. Непривычная картина на Черноморском побережье. Волны и полуметровые сугробы в Абхазии. На улицах появились вот такие снеговики с характерными бровями. Движения в республике парализовано не было, лишь некоторые машины пришлось толкать. Из-за морозов необычно выглядят крымские пейзажи. На полуострове сейчас температура не выше минус 10 градусов. Недалеко от Ялты замерз 100-метровый водопад Учен-Су.